Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня будем делать... У меня было видео пчела на канале. Пчелу будем делать. Но на ней играло радио. И, короче, его попросили удалить их. Нарушал права авторские. Пришлось удалить. Ну, тем и лучше. Более я усовершенствовал пчелу. Крючок номер 10. Длина его составляет 15 миллиметров. Нить беру черную. Вот у меня взял, видно вам, усики будем делать из обычных щеток. Вот такие вот щетки. Но они, вот эти усики, они мягенькие-мягенькие. Есть твердые, а это мягкие-мягкие. Берем два усика. Прикладываем сюда. Равняем. Лишнее отрезаем. Твердые не пойдут, потому что, к примеру, головы будет ее выплевывать. Делаем финишный узел. Плавающая у нас пчелка получится. Сейчас я тут взял, пенка у меня вот оранжевая, беру кусочек. Ну, примерно вот такой толщины могу даже вам замерить. 5 миллиметров. Это мордочку будем делать. Капаю сюда вот супер клея. Видео будет длинным, так как она делается очень так долго. Но зато оправдывает. Перегнул. И вот так вот приклеим. Теперь снимаем наш крючок. И вот ровно посередине, вот тут, нанизываем на крючок. Стараемся посередине. Вот так. Ну и зажимаем дальше опять наш крючочек. Зажали. Теперь сюда капаю суперклея немножко. И одеваем сюда голову. Так. Теперь берем обратно черную нить и наматываем все. Лишнее можем срезать.
этот бобинодержатель перестал у меня скрипеть. Я вот для даббинга такая получается, как бы, не знаю, из чего она сделана. Воск, мед. Ну вот. Теперь опять фиксируем. И есть смазал. Спасибо всем за подсказки. Ребят, подписывайтесь обязательно на канал. Друг у меня Вовка есть. У него тоже канал «Мормышки-мушки-покапушки». Подписывайтесь на его канал. Ссылочки оставлю в описании. Снимаем и вырезаем нашу мордочку. Ну вот, примерно где-то видно. Вот такое получилось. Вот такая у нас мордочка. Крепим ее назад. Беру, нарисую сразу глазки. Они такие. Все нам потом неудобно будет подлазить. И сделаем сразу глазки. И сюда же выпуклость придадим глазкам. О, блин, много сейчас капну. Сюда еще можем. Так, ну вот такие вот у нас глазки получились. Теперь посмотрите, что я сделал. Я нарезал вот такие вот оранжевые и черный цвет. И посклеивал их вот так. Получилось у меня тоже супер клеем, но желательно на водной влагостойке. И потом ножничками аккуратно вырезал вот такую вот попку. Берем черную нить обратно. Крепим сюда. Вот тут я уже не делал, показать вам. Снизу делаю надрез. Вот такой, не сильно глубокий. Но наполовину можно прорезать. Сейчас прорежу, а то неудобно на весу. Ну вот, тут прорезал до половины. Берем опять же наш суперклей. Чуть-чуть капаем сюда. И прорезом вот так вот продеваем. И зажали. И чуть-чуть. Сейчас зафиксируем еще. Вот так. Вот такая у нас пчелочка получается. Теперь
у меня вот микросинель покупал тоже на Али. Беру, не знаю, небольшой кусочек, намного не надо. Отрезаю. Оранжевого цвета. И тоже крепим сюда. Сейчас мы его чуть-чуть, чтобы он тоненький был, подплавим. Вот так. И крепим сюда. Так. Плохо у нас получается. Длинный сильно. Так. Ну, его пока можно убрать в сторонку. Убрали в сторонку. Также лапки я делаю из этой ворс щетки. Мягенькие. Не покупайте твердые, потому что поклевки будут, но будет сразу выплевывать. Делаю вот так. Крест-накрест. Сейчас, секундочку. И тут также. Это у нас получается 4, а нам надо 6 лампа. Ну и посередине. Вот так. Накрутили. Ну, пока их оставляем так. Берем. Вот у меня вот такой материал. Покупал на Али тоже для крылышек. Отрезал кусочек. Сейчас покажу, как я буду делать крылышки. И вот такие вот можно из пинцетов сделать. У меня покупные тоже на Али брал для крылышек. Зажимаем. Тут нашу так эту штучку ненужную можно обрезать. Сейчас обрежу, а то что-то весна, руки трясутся, вроде же не пью. Покажу дальше. Вот я так предварительно отрезал и берем. Оп. И запаяли. Все. Чуть-чуть тут подровнять. Одно крылышко готово. Сейчас я подровняю немножко. Я сделал вот так его. Берем, крепим сюда. Так, наверное, так прикрепим. Так, одно готово. И также делаем и второе. Такие пинцеты можно самому сделать, а можно приобрести их. Они разные модификации, есть больше, есть меньше.
Так, ну и второе почти готово. Также подрезали его чуть-чуть и крепим сюда, чтобы ровненько у нас был. Закрепили. Нитку переводим вперед. Ну и вот будем сейчас вот этой штучкой микросинелью обматывать. И тут крепим нашу лишнюю, отрезаем. Делаем финальный узел. Ну и берем тут вот эти вот часть чуть-чуть черным вот так влагостойким маркером подкрасим. Головку тоже, ну приблизительно вот так. И будем делать лапки. Оп. Лишнее отрезали. Не забываем, ребят, подписываться. Лучшая благодарность от вас — это подписка на мой канал, а также на друга моего, Вовку, развивающийся канал. Подпишитесь. Тоже человек старается, делает мормышки, там вяжет мушки. Делаю вот так просто. И укорачиваю. Теперь вот эти нам надо. Усы. Усы у нас длинные, но не настолько. Вот так вот сделали. И подрезаем. Немножко. Ну вот и все, ребят. Вот такая плавающая 100% пчелка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, кому не нравится. До новых встреч. Всем ни хвоста, ни чешуи.